прямом эфире. Иван Лозовой. Доброе утро. 6 часов в столице. 15 декабря на календаре. Это вторник, а Москву накрыло снегопадом. Снег начал сыпать еще ночью и не прекращается до сих пор. Из-за этого синоптики объявили желтый уровень погодной опасности. В регионе он будет действовать до 9 утра. Вот посмотрите на кадры прямого эфира. Действительно,